особо одаренным людям, которые пишут в комментариях, что я ору. Сегодняшнее мое новое видео будет про вот такой вот интересный флайинг-питер-клюв. И в этом видео мы будем и резать, и мочить, и сжимать, и смешивать со слаймом, и добавлять блестки, и мучать эту губку. Ну что, давайте же начнем обзор на эту замечательную губку. Для начала я хочу ее разрезать пополам. Вау, вот это прикольно! Вау, круто. Мне кажется, она сейчас поломается. Ой, ребята, вы слышите эти звуки? Посмотрите, что внутри. Как круто. Вот такая вот она изнутри. Эту часть я оставлю для слайма. А эту часть сейчас мы будем мочить. Возьмем емкость с водой. Давайте же посмотрим, сколько воды впитает эта губка. Ну что, вы готовы? Я да. Полное погружение. Смотрите, она уже почти всю воду впитала. Давайте в другую сторону. Офигеть, там пузырьки какие-то. Вы не представляете, это такое замечательное ощущение. Вау, вот это прикольно. Она просто офигенно впитывает воду. Круто. Вырезаем отверстие и добавляем блестки. Посмотрите, какая она внутри. Давайте сожмем этот кусочек. Хочу посмотреть, что будет. Вау! Круто! Круто! Давайте побыстрее насыпать блесточки. У меня есть вот такие вот блесточки. Красные, зеленые звездочки, синие звездочки и зеленые блесточки. Сначала Саша насыпет зеленые блесточки. Как круто! Посмотрите, как оно блестит. Давайте добавим красные. Круто! Теперь синие и зеленые звездочки. Как круто! Посмотрите, как круто, как красиво. Вот что у меня получилось. Смотрите, как оно круто смотрится. Ну что, вы готовы к залипательному видео? Я да. Вау, как это круто! Я не знаю, из чего эта губка сделана, но это очень круто. Это так залипательно. Смотрите! Давай жмякай, Саша, жмякай. Как это круто! Круто, вы посмотрите только, сколько блесточек, как круто. Круто. А ну, дай я подниму. Как круто. Я, честно, не знаю, из чего она сделана. Вы посмотрите. Из нее можно что-то слепить. Круто. Вау. А вода такая красивая стала.
Круто. Она такая крутая, честно, я не знаю, из чего она сделана, но она мне очень нравится. Это такое залипательное видео, просто бомба. Она такая темная стала. Круто. Мне она очень нравится. Ага, руки блестят. Саш, хочешь еще пожмякать водичку? Как круто. Я отсюда никогда не вылезу от этой водички. А я продолжаю экспериментировать с губкой. Хочу смешать губку со слаймом. Но перед этим мне нужно сделать слайм. Делаю слайм, я как обычно. Клик и запустите. Наливай клей. Добавляем запуститель и перемешиваем. Перемешиваем. Плачешь? Ничего страшного. Выйдет у меня. С глазками получилось. Какашка мала. Какашка мала. Мы сделали слайм. Посмотрите, какая у нас загугулина. С глазками получилось и с родиком. Теперь мы нарезаем губку маленькими кусочками. Какой интересный звук она создает при резке. Получилась пирамидка. Вот что у нас получилось. Теперь мы украсим слайм нашими губками. Растянем слайм и положим на него наши губки. Вау, посмотрите. Как круто. По ощупу так круто. Сжать вот такую штуковину так приятно.
Посмотрите, какой цвет. Круто. Такой красивый цвет получился. Он как песочный. Да, как песочный. Он такой крутой! Он реально как песочный! Давайте я сейчас растяну, еще положу. Саша, больше ложи! Вот так! Больше! Выглядит очень прикольно! Я себе еще немножко положу. Ой, пузырь продувается. Они прилипли. Видно? Нет. Круто. Саша, скажи круто. Круто. У меня есть еще губка. Можно добавить. Вот такой вот опыт. Я советую всем его провести. Очень крутой. Смотрите, как он тянется. Круто. Смотрите. Он очень измельчается и получается как такая добавка к слайму. Посмотрите, как он сейчас выглядит. Даже пузырик получилось надуть. Круто. Никогда такого слайма не видела. Еще не надо. Саша, поранишей. Фатина. Поранишей. А ну, покажи, ты бы башня? Call.